Воспользуюсь случаем, уважаемые друзья, хочу обратиться к тем гражданам, которые живут за границей. Нам сейчас очень беспрецедентный темп роста ячеек. Мы вот за две недели создали свыше 150 ячеек, да, мы захлебываемся. И нам нужна помощь тех граждан, которые живут за границей, которые могут публично вот так вот выходить с нами в эфиры, организовывать работу ячеек, ставить перед ними задачи, объяснять наши план действий, как будем действовать. Одним словом, быть координаторами такими же, как и мы, уважаемые друзья. Одним словом, мы призываем тех людей, которые готовы бороться с этим преступным режимом Назарбаева-Токаева, присоединяться на наш штаб и быть публичными представителями координационного штаба оппозиции Казахстана. Давайте вместе действовать, уважаемые друзья, и активно свергать этот режим.